Лэн, тут МСР, кстати, теряет свою позицию. Эйзи на размене против Алу Нику. Там очень страшно выходит против соперника. Киошима забирает Эйзи. Уже ситуация 2 в 1. Это провалились. Еще Нико ставит бомбу в пленте. То есть у него не будет широкого выхода. Хотя, с другой стороны, здесь главное Норс вместе сыграть. Конфиг сам остается. И Нико должен его забирать. 4 хп. Неужели это клатч? Да, это минус 4 в этом раунде. Нико Ковач просто не оставляет шанса команды. 5-3, по-моему. Норс. И как же они выходили неуверенно на него. Вот